привет! Сегодня готовим вкусный простой салат-закуску, который называется «Рыбки в пруду». Это очень такой старый рецепт, готовили его всегда все дома, насколько я помню, когда я была маленькой. Готовится очень легко и просто, буквально несколько продуктов, и вы суперхозяйка. Итак, простой салат-закуска. Он рыбный, готовится очень просто из маленького количества продуктов. Это очень-очень вкусно. Единственное, что заранее надо сделать, отварить 2 или 3 картофеля, но у меня 2 большие, и отварить яйца заранее. Они остыли, и можно собирать салат. Я беру небольшое стеклянное блюдо, чтобы были видны все слои, но это не обязательно, потому что вся красота салата именно сверху. Картофель я варю в подсоленной воде, но все равно потом сверху немного присаливаю. Натираю картошку первым слоем на крупной терке. Картошку нужно присолить. Добавляем перчик. И именно для слоя с картошкой я возьму один зубчик чесночка. Выдавливаем его. Добавляем в чеснок где-то ложку майонеза и перемешиваем. Значит, чесночок я буду добавлять именно в картофельный слой. Можно перемешать весь майонез с чесноком, но почему-то так мне нравится больше. Это лично мои заморочки, я так делаю. Вы делаете, как вот вам понравится. Можете вообще чеснок не добавлять. Значит, смотрите, так как картофельный слой, он самый большой и самый основной, потому что здесь все-таки рыба, я смазываю его обильно майонезом, поэтому вот такую большую полную ложку и вот так вот прям промазываю, чтобы хорошо пропитался салатик. Плюс этого, вот этой закуски, ее можно готовить, сразу подавать на стол. Не обязательно там ждать, чтобы все пропиталось. Вот раз-два сделали вот так и сразу на стол. Выровняли вот этот слой. Сильно не трамбуйте, но верхушку я выравниваю. Так, все, этот слой готов. Теперь сюда, так как рыбки в пруду, в этот салат идут шпроты. Я покупаю шпроты проверенные, чтобы у меня были вот такие большие рыбинки. Для чего? Ну, во-первых, хвостики я сейчас отрежу для декора, а чтобы рыбки было побольше в сам салатик. Значит, отрезаю вот такие небольшие хвостики. Очень классно, когда вот так вот хвостик немного загибается. Потом очень красиво смотрится. Так как шпроты идут в масле, масло я не сливаю. Все вилочкой вот так вот толку. Вилочкой все хорошо перемяли. Значит, в этот рецепт идут именно шпроты. Не заменяйте ни на сардину, ни на какую другую рыбу. Потому что весь вкус этого салата из детства именно шпроты. Вообще шпроты очень классная консерва. Можно много разных готовить таких закусок и салатов из шпротов. И еще мне нравится супчик охотничий. Со шпротов тоже нужна банка шпротов. Очень вкусно, быстро, просто. Уже сейчас так, наверное, и не готовят. Но когда я была маленькая, так готовили. И если особенно идешь в поход, то супчик охотничий со шпротами. Это круто. Отправляем шпроты сюда на картофель. Одной банки вполне достаточно. И распределяем вот так вот по всему салатику. Смотрите, как быстро. Продуктов ничего, получается вкусный салат-закуска. И вот это то, что разметут сразу и вообще просто ну круто. Смотрите, раз, два, и вы суперхозяйка. Так, дальше. Сверху на крупной терке натираем яйца. Яйца тоже я сварила заранее в чуть-чуть подсоленной воде. Так, все распределяем. Смотрите, вот так. И еще слой майонеза, где-то ну, столовая, 2 столовые ложки. Смазываем. И на мелкой терке затираем все сыром. Распределяем сыр, и сыр сверху майонезом я уже не смазываю. Значит, смотрите, вся красота этой закуски именно наверху. Сверху мы здесь сделаем что-то подобное на пруд. Можно уже включить фантазию, привлечь детвору к украшению салата. Почему нет? Быстро, просто, и каждый может поучаствовать. А главное, это очень вкусно. Первое, с чего начнем, это хвостики. Я беру нож или чайную ложку и делаю вот такие небольшие отверстия в самом салате. Чуть-чуть верхушечку приподнимаю. Потом беру хвостик. Только берите не за край хвостика, иначе он у вас отвалится. А вот тут за низ, за саму рыбку.
И вот так вот вставляем хвостики. Ставим немного под углом, чтобы казалось, что рыбка ныряет. Когда попадается вот такой вот хвостик у рыбки загнутый, это считается очень классная удача, потому что рыбка как будто сама загибает хвостик. Это круто. Так, теперь делаем весь остальной декор. Так, мне понадобится петрушка и укроп. Я беру веточки, такие вот длинненькие, и петрушку. Значит, смотрите, я отрываю большие листики и ими украшаю салат. Значит, делаю так, чтобы вот эти веточки у меня обязательно остались. Причем, когда они вот такие немного согнутые, это даже хорошо. Итак, украшаю вот так вот листиками салата, как будто это зеленая травка, а из этого сделаю камыши. Очень классно еще получается с укропа, тоже веточки такие согнутые. Несколько веточек вот таких, без листиков, я просто вставлю, чтобы выглядело просто как камыши. Вот так. Так, смотрите, пусть пустыми будут всего 2-3 штучки. Берем пару ложек воды и несколько ложек муки. Смешиваем все вот в такую кашицу, чтобы получилось липкое-липкое тесто. Берем небольшой кусочек теста. Тесто может слегка липнуть к рукам. Значит, берем, чтобы вот так вот совсем было немножко. Во-первых, если будет много теста, камыши будут сильно крениться. Теперь берем край и заворачиваем. Делаем вот такую сверху как бы колбаску. Мокрыми руками смачиваем тесто вот так вот вокруг, чтобы оно стало конкретно мокрое, но без большого количества воды. Теперь берем обычный мак и вот так вот проворачиваем тесто в маке. Вместо мака я приготовила, можно вот тут вот взять с под кофе остатки высушенные, но это у кого есть. Ну, мак красивее всего будет смотреться. Смотрите, какой получается камыш. Вставляем камыши вот сюда в салат. Получается вот такая красота. У меня на канале есть заливное новогоднее, которое я делаю с рыбы. Там я тоже делаю камыши, лебедей, очень красиво выходит. Тоже можете посмотреть видео, очень классный рецепт. Вот такая красота получилась. Еще по краю можно положить колечки огурчиков один на один. Будет выглядеть как камушки. Но это совсем уже, если так, для гурманов, для красоты. Все. Обязательно попробуйте такой простой салат. Пусть детки помогут вам украсить. Почему нет? Делали салат всей семьей. Такой простой, к обеденному столу на воскресенье. Так что приятного аппетита. Обязательно посмотрите мое видео с заливным. Там такое стеклянное лебединое озеро, как приготовить как раз скоро рождественские новогодние праздники. Все, целую, люблю, бывает и пока.